врачи пытались сделать все возможное. Спасти ребенка медикам не удалось. Вони кидають на нас бомби. Они выгоняют нас с нашей земли. Они выдвигают флаг в Чечне. Они говорят, что пришли освободить нас. Но они нас убивают. Они говорят, что мирное население не трогают. Но это ложь. Шановні країни, члени НАТО, я прошу вас, я благаю. Закройте небо над моєю страной. Це головне, що ви можете зараз зробити для моєї країни. Сделайте это, пока не поздно. Сделайте это, пока я жива.